Давайте рассмотрим, к чему снится символ рыбы во сне. Рыба снится часто очень к чувствам и желаниям, к необходимости тишины, к беременности, к удаче и к деньгам. Рыба – это символ плодородия и беременности. Почему? У рыбы очень много икры, поэтому вот она очень часто выступает как символ беременности и символ удачи к беременности. Можно узнать при пол ребенка, вес ребенка, его характер. Если женщине беременной, уже снится рыба, она уже забеременела. Ну, например, сом – это мальчик, большой, тихий, спокойный, он может хорошо спать. Щука – это девочка, она может быть агрессивная, беспокойная, немного поджаристая, то есть она родится с нормальным весом. Если вы видите, например, в аквариуме, аквариум с рыбками – в доме, это к тишине и спокойствию или к желанию таковому, к тишине и спокойствию. Если вы видите аквариум с золотыми рыбками, то это к исполнению желаний, к достатку. Мы все помним сказку про золотую рыбку. Мужчину может сниться рыба к сексуальному общению с женщиной. Рыба также может символизировать и знак зодиака. Ну, например, мужчине видел сон, что он поймал яркую, красивую рыбку. Через день он познакомился с женщиной, яркой, интересной, и, как потом выяснилось, по знаку зодиака она была рыбой. Если вы ловите рыбу в чистой воде, к удаче, к исполнению желаний. Если в грязной воде, то у вас могут быть грязные помыслы. Это даже может быть связь с замужней женщиной. Живая рыба. Это хорошо. Это к исполнению, к удаче, к успеху в делах. Но если вы видите мертвую рыбу или поймали мертвую рыбу, это плохо. Желание цели вы не достигнете или будете им совершенно не рады. Возможно и провалы в делах. Тухлая, манючая рыба, к порче на удачу. Сон женщине приснился. Она на балконе видит, лежит пакет. Она его разворачивает и видит, что там лежит тухлая, уже разложившаяся рыба, она лежит в соли, и по ней ползают черви. Давайте растолкуем такой сон. Что в реальности происходило? Женщине стало постоянно не вести на работе, начались постоянные проверки, штрафы, и она от этого очень сильно нервничает. Вот смотрите, анализ, балкон – это нервная система. Плюс ко всему тому же, порча на удачу – это рыба. Черви – это кто-то ей завидует. Потеря денег – это тоже порченная рыба. Соль в символе, во всем сне показывает, что эта порча была сделана или надолго, или уже она уже какое-то время была уже сделана. Если порченная, именно точно так же должен звучать символ во сне. Рыба снится женщине, которая не может забеременеть, то это порченная беременность может быть. Ей надо где-то почиститься. Кстати, когда у вас стоит символ того, что рыбу надо почистить, есть вероятность того, что вам надо почистить энергетику свою для того, чтобы удача вернулась к вам. Если во сне рыба есть во сне, если вы кушаете во сне рыбу, то большая есть вероятность того, что ваш покой будет нарушен. Это могут прийти гости, так что это не так уж плохо. Или же это могут быть телефонные разговоры, которые займут какое-то время у вас и нарушат ваш покой, тишину. Копченая рыба может сниться к депрессии, к унынию, к апатии. Почему? Потому что копченая рыба, она идет с дымом, темным дымом. Дохлая рыба точно так же говорит о трудности в делах. Название рыбы может обозначать фамилию человека, например, Сомов, Карпов, Окунев. Мужчине приснился сон. Он хотел устроиться на работу, нашел работу, устроился на нее, а перед этим ему приснился сон, что он выловил большую рыбу, сама выловил. Легко достаточно. Точно так же, когда он устроился легко на работу, его начальника, фамилия начальника была Сомов, непосредственно начальника. Если вы ловили рыбу на крючок, только от вас зависит исход дела, от вашего умения, от вашего профессионализма. Если рыба спрыгнула с крючка, то ваши надежды не оправдались, к которым вы шли. Поэтому, может быть, не хватило профессионализма.
То же самое, если с рваной сетью, только это ушла рыба из рваной сети, это то же самое, что, ну только то же самое, что ваши надежды не оправдаются, только это будет приобретать большие размеры. Если вы расставляли сети для ловли рыбы во сне, то будут попытки заработка денег, надежда на прибыль, на удачу, на успех. Дорогая, хорошая рыба снится к деньгам, дорогим материальным приобретениям, к достатку или процветанию. Если рыба выскользнула из ваших рук, это может быть потеря любимого человека, потеря материальных благ, упущенные возможности из-за невнимательности или, может быть, от них, отсутствие вашей хватки. Если видите, как рыба выпрыгивает из воды, успех и удача вам обеспечены. Следует только приложить усилия, терпение в достижении целей. Также следует учитывать и ключевые фразы, которые связаны с рыбой. Они могут быть в символическом виде. То есть биться как рыба об лёд, вот когда мы говорим об этом, значит невозможно достигнуть желания при больших усилиях. Молчать как рыба – это необходимость скрыть информацию или поймать золотую рыбку к исполнению желания. Каким образом вот эти ключевые фразы? Они могут быть символические. Например, вы можете видеть, как, например, зима, человек стоит и рядом рыба бьется об лед. Вот это биться как рыба об лед. Это ключевая фраза. Таким вот образом она может проявляться во сне. Видеть рыбные прилавки на рынке. К деньгам, к прибыли. Угощать рыбой, к сексуальному общению. А жареная рыба может присниться к быстро решаемым проблемам. Соленая рыба при дополнительных символах может показывать на позднюю беременность. А если человек рыбак, то к походу на рыбалку или воспоминаниям о рыбалке. Если человек не рыбак, но ему снится, что он ловит рыбу, возможно, это желание отдыха и тишины на природе. Мясо рыбы, оно часто связано с болезнью дыхательной системы и ногами. Например, сон женщине снится, что она сидит на больничной койке и ест рыбные котлеты. У этой женщины запущенные болезни ног.